В 2019 году появилось более 23 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест, и мы по этому показателю стабильно в десятке крупнейших регионов Российской Федерации находимся, что обеспечило нам рекордно низкий уровень безработицы в прошлом году 0,9%. Росту доходов жителей способствовало успешное выполнение майских указов президента Российской Федерации в части повышения заработной платы работников социальной сферы, а также поэтапное увеличение оплаты труда на предприятиях реального сектора экономики до среднеотраслевого уровня. Таким образом, средний размер заработной платы у нас в регионе составил 33 700 рублей, что на 8% выше уровня 2018 года. И отмечу, что он превышает показатель инфляции практически в два раза